блогеров появился 1 августа 2014 года. Он был создан для учета владельцев сайтов и блогов, посещаемость которых превышала 3000 человек в сутки. А за 3 года, по информации РБК, в реестр было внесено более 2000 записей о блогерах. Вино, пиво, сидр и медовуху можно будет купить в интернете. Законопроект об онлайн-продаже алкогольных напитков подготовил Минфин. Слова алкогольные можно будет... величие заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний. Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой кругобайкальской дороге. Был август. Лучшее благодатное время на Байкале, тогда нагревается вода и бушуют разноцветия сопки. Thank you.
Ah!